нас без демона найти сейчас, сегодня. Настоящий сыр. Нас много сегодня, но я постараюсь быть, как все поняли, да? Я не русскоговорящий, но я русский, украинец. Я инженер по профессии. Я вообще не имею ничего к сыру и к коровам. Я автосервис у меня здесь был. Это из первых автосервисов в 70-е годы еще. Вот. А потом я перестроился на сельского хозяйства. Потом я хотел делать сыр. Но не сыр, просто сыр, как делается у нас. Я хотел настоящий сыр делать. Я был за границей много раз. Я в Америке был, в Голландии, в Ирландии, в Англии. Везде я ходил. Вот. Ну, конечно, у нас в Молдавии я ходил. Я хотел учить все это. Но технологий у нас, к сожалению, нет таких технологий. Мне пришлось бегать по Европе. Мы делаем эти 4 технологии. У нас все получается. Иногда мы портили, портится молоко иногда, вот все, не получается. Из-за наших ошибок просто. Вот, какая-то бактерия там, или что-то, какая муха, или что-то, потому что у нас, видите, мухи нет. Мы соблюдаем все, да, они на улице, да. И много людей тоже это влияет на молоко, понимаете? Много людей. Как это понять? Это разные температуры здесь появляются, разные, вот, и эти бактерии, они живут, да, они попадают вот в эту молоко, из воздуха так. Adică ca 50, 20, 40 de ori, așa, cam așa. Dar nu mai mult de 70 de ori. El e bun și la 72 de ori, dar nu e și e calitate la lapte de cașcaval natural. Cașcavalul natural îi trebuiește lapte curat și să nu, aibă, să nu acumuleze multe bacterii. Dacă are mai mult de 72 de ori, el acumulează mai multe bacterii, chiar dacă e închis aici. El are pompa lui, are tot a lui, noi nu mai dăm drumul și vine laptele pe trezul și laptele din el merge cu care temperatură ne trebuiește nouă. Deci avem 4 tehnologii, 4 feluri de lapte nouă ne trebuiește, temperatură, de exemplu. Și noi programăm temperatura care trebuiește două să doarmă în cadă.